Представляю вашему вниманию уникальный сервер SAMP. Здесь вы найдете новые города, радиостанцию сервера, а также сможете слетать в космос. Ссылка на сайт проекта в описании. Смерть в видеоиграх очень частое явление. Чаще всего эти смерти предсказуемые, а когда игроку встречается проработанная непредсказуемая смерть главного героя или же второстепенного персонажа, для него это настоящий шок. И такая сцена в памяти остается надолго. Именно из таких сцен и составлен наш сегодняшний топ. 10 место Heavy Rain. Финал Heavy Rain сконцентрирован на том, сможет ли Итан вовремя найти Шона, чтобы спасти его. После того, как Итан, отец Шона, пройдет через все страшные испытания, которые были уготовлены мастером Оригами, Итан находит своего сына Шона в старом производственном ангаре. После того, как Итан спасает сына, он выйдет на улицу и там его ждет смерть. Open fire! Девятое место GTA 4. Ну а безобразие, которое происходит в GTA 4, нужно видеть собственными глазами, ибо здесь существует масса вариантов по убийству главного героя. Самый распространенный вариант – это аварии. Они здесь реализованы отменно, из-за чего хочется устраивать ДТП снова и снова. Восьмое место – Обитель зла 4. Специальному агенту Леону Кеннеди поручается спасти похищенную дочь президента США. Расследование приводит его в захолустную европейскую деревню, населенную агрессивными фанатиками таинственной секты Лос Иллюминадос, стоящей за похищением. Леону предстоит столкнуться с чудовищными мутантами, которые то и дело пытаются отсечь ему голову. Седьмое место Call of Duty Modern Warfare 2. Смерть Роуча и Гоуста тоже является одним из шокирующих и удивляющих моментов. Может потому, что их предал Шепард, или потому, что их сожгли заживо посреди поля. Шестое место Manhunt 2. Сотня способов красиво умереть. Для бейсбольных бит и других режущих, колющих и огнестрельных видов оружия существует 3 уровня атаки. Вместе получаются десятки самых жестоких, кровавых и шокирующих способов прикончить врага. И вся эта кровавая драма разворачивается в клинике для душевнобольных, где на свободу вырвались опасные убийцы, маньяки и насильники. Став подопытными крысами в эксперименте над человеческой психикой, они лишились всех моральных ценностей и чувств. Жесточайшие казни и пытки – вот что доставляет бывшим заключенным неподдельное удовольствие. Пятое место – God of War 3. Одна из самых жестоких игр. Разобиженный бог войны по имени Кратос крушит все на своем пути, а если ему попадается особый враг, то и расправляется он с ним по-особому, с излишней жестокостью. Четвертое место Мафия 2. Вита и Джо приезжают в Линкольн-парк, так как именно там они договорились встретиться с Генри. Приближаясь к месту встречи, они издали видят человека на земле, который кричит от того, что его режут китайцы. При ближайшем рассмотрении выясняется, что это Генри. Дьявол! Кто же на такое способен? Сам как думаешь? Черт, Генри! Я до тебя доберусь! Ты глянь, Вита! Ты веришь своим глазам? Третье место Mortal Kombat. Один из самых лучших файтингов и один из величайших игровых серий – Mortal Kombat, начавшая свой долгий трудный путь с самых низов. Она поднялась на самый высокий игровой Олимп и не опустилась с него до сих пор. Крайняя жестокость, коей серия и прославилась, этому всячески способствует. Геймеры со всего мира оценили зубодробительные удары и кровавейшие добивания по достоинству и вынесли единодушное решение – одна из самых лучших серий в истории игровой индустрии. На втором месте расположилась игра под названием Dead Space 2. Есть здесь один момент, который по-настоящему пробирает насквозь. Айзек подходит к странной машине с 1000 нетто лампочек, нетто иголок, внешне похож на томограф. Он понимает, что ему туда, внутрь, выбора нет. Айзек залезает внутрь, специальное устройство отодвигает веки, сверху спускается толстенная игла. Управляя аппаратом, мы вот-вот воткнем сами себе нечто непонятное.
Первое место Red Dead Redemption. Rockstar вообще всегда славились умением эффективно, красиво, неожиданно завершать свои игры. Концовка Red Dead Redemption не стала исключением. Спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на канал, поставить большой жирный палец вверх, оставить ваш комментарий. А с вами был Квантум, до скорой встречи!